это яйцо подключено по мистеру, да? Если... Наверное. Я вот так не могу. Через королевскую мышцу. А так тут не работает? А так... Вот, информация, блядь. Пиздец. Если бы про эту музыку, блядь, они меня заебали уже нахуй. Почему музыка, блядь? Прям горит, блядь. Ты понабрал? Ну, все магазины такие были в зал. Все вооружено по всем. Просто для плечицы. Ой, ой. Чё? Нет. Хорошо, как бы... А как открыть инвентарь тогда? Если королевская мышь, это подходит. Не знаю. Ебать, гениальные люди, вообще молодцы. Я в шоке, блядь. Но это они же на стандартах играют, блядь, сука. Они же на Y, блядь, нахуй, инвентарь, блядь. Убийца, блядь, нахуй, блядь. Серьезно? А это что такое? А это чат вообще? А это... Или ставим пока? Я тут решил... Ну да. П счет, очень и на И у нас ничего на здесь не забито. Вроде нет. Пусть на И тогда будет ок. Это она где? Как там? В пехоте? В общем. Буква И. Пустая. Ок. И. У меня двигатели, ну ладно. Работает. Ни хера себе. Ай, что мы сделать должны? Ближайший поселок, наличие оружия. Ну, короче, идти в Ольшу и идти в Утаску. Утаску, скажем. Вернее, найти оружие. F2 статистика, короче, блядь. Блин, токсичности 0 из 10. Господи, это 10 из 10. Красивая очень даже. Походу я этот... На самом деле перекрасил, что там сильно весело можно. Сейчас прибегут, блядь. Все, побежали. Ну, Ваня, ну ты же дурак, блядь. Вот прям надо выбежать от прям, блядь, сука, под прицел, блядь. Вместе, где нет возрождения, блядь, и, скорее всего, подъемов тоже нету. Какой же мудак это сделал по управлению? Бля, я просто и убить его нахуй хочу. Чтоб тупо тап отключил, блядь. Что ж за мразь там такая, а? А как наличие аптечки проверить, да? Это интересно. Ха! Ничего не происходит. У меня на F1 как-то лечился, блядь. Я не знаю, как это работает. Вот вроде ничего нет. Токсичность. Бля, это за дождя, что ли? Нет, это место токсичное. Она какой-то процент еще? 5. Не знаю, как это работает. Ну ты полечусь, блядь, не знаю. Полечился. Действие, аптечка, действие завершено, блядь. Ну так, не знаю, есть ли у меня вообще. У меня ни бинтов, ни кино, ну, ни ПП, ничего. Сейчас я пробегусь, посмотрю, блядь. Так, тут, где искать оружие, я сейчас даже не пробился. Ну вот домик, вот прям на нем место даже стоит. Под навесом, что ли, я кого-то пропустил. Так оно и есть. Ничего есть. Так оно под навесом, а тут...
Машинки есть? Машинки нет, только палатка и все. И... ящик с хорошим оружием. Что будешь брать отсюда? Классика жанра. Батя магазина пахнет. Я так понимаю, можно выкидывать, короче, пистолет. Бля, да, пистолет выкидывать, а вот... У нас по снаряге слишком все плохо в плане, куда это все пихать. Не знаю, может у Валы есть смысл, блядь, взять, типа, как глушенный, блядь. Давай у Валы подберем. Ты что же с ним будешь, да? Ну да. По-хорошему, конечно, какое-нибудь разное оружие, но вот так. Так. Ай-яй-яй, что такое? Дурак, блядь. А что случилось-то? А, откуда он такой? Видел, блядь. Он всегда был. Вот нам вот это 1,5 километра пешком накидали. Ну пойдем. Здесь зона токсична. Пойди слева. Ходи слева. Этот грузовиков походу. Ну, а, топливозаправщика точно. У Хаммера там, вроде не там было. Там ты точно ничего не видел? Там я побежал, там вроде ничего не было. Мы сейчас, да, с горы зайдем. Ну, сделаем их вместе, полды платим. Тут ну да, хоть в ПС есть. Там что-то вообще какое-то. Дядя, не вставай. А где наша верхушка? Мы, блядь, ты... Ты серьезно, нахуй? Там ничего нет, эти так стоят. О. Радиовышки на наличие, экипировки, там что нибудь на дыбы, но и эти зомбачи будут стараться. Делаешь ты на F1, 2, 3, ладно, сделай ты дальше там от 1 до 4, блядь. Нет, ну я в табу в этот на напоминал эту глупую, блядь, поставлю и все. Так, напомню, вдоль задачи, зачем нам радио вышло? Снаряжение тигр и. Да, зомбачи. Как это хорошо все идет, а? Вообще прям. Одно удовольствие воевать. Ого. Ого. Слева, слева. Помяли. Радиация. Какие тут делают сильно. Очень сильно, я скажу. 7% вообще сходу. Это хуйня. А главное забрать, если это что надо, и все, уехать. Она проходит. БТР даже есть, вот это я не вижу. Так вот и вот. Да, набирать, конечно, долго из снаряги к снарягу. Очень долго. Да ладно. Мама. А, ты там, нормально? Мама.
КамАЗы. Ну, бэтр возьмем, понятное дело, да? Если он, конечно, заходябельный, а он не заходябельный. Егор, короче, да, такой? Да, сейчас, секунду. Не, и Егор тоже нихуя. Ну, щемить надо, потому что... Ну, хз. Не, ну, за листы в них нельзя, это все не закрытые. Может, тут КамАЗ какой-нибудь, или просто за снарягу бойцов. Да, сюда припёрлись. Ай-ай-ай. КамАЗ тоже не заходябельный, но он здесь. Вот. Прицел здесь. До конца колонны подходи к КамАЗу. Чё ты не справляешься, ебать? Не знаю, какой-то ли смысл в прицелах, но пускай будет. Шлем нашел, скажи мне. Вот еще шлем лежит. На трубах все лежит. А этот. Такой под... шлем ты нашел где? Под этот подвышка лежал. На трубе. Автомат еще. Ничего, он пустой. Попробуй. Ну, такое, конечно. Лечись, попробуй через F1. А что надо уже? У тебя 97%, я вижу просто. Да нормально, еще много чего. Ну, лечиться бесплатно, я так вижу. Если она, конечно, используется. Я почти добавлю количество ситуации. Ладно, пусть вот такой прицел будет. Андёха, веселее. Нет, интересно, если мы будем воевать или нет? Ну, вот так. Ничего не понял. Да. Хоть бы озвучка, если была, мы бы это... Вот я тоже думал, типа, сейчас озвучка какая-нибудь, нее. Зачем сейчас это вот была катсцена? Вот для чего? Я вот, например, голову стою. На 360 почти могу повернуть теперь благодаря этому. Нас не переместили никуда. Текстура, блядь, не загрузилась, кстати. У тебя тоже была ошибка? А-а. О, слева, смотри, на... 230, там куча техники, как непонятно. Поебанная. Да нет, ездабельная. Гольф? Не, ну ездабельная, если мы в нее можем сесть, блядь. Ну там будет такой же набор. Тоже самая хуйня, да, вижу. Да вижу. Шо, ебать, выстреляем. Нас, по-моему, даже увидели уже. Да, видели.
что ли, ниже. 400 метров стандартный уровень для этого случая. Надо было с одним, короче, брать. Да и... Он на калаше нормальный, то есть там баллистка, ну, нормальная такая настильность идет. От увала, конечно, да. Увала там все не круто. У тебя, скажи мне, какой броник? Российский, блядь. 23. Так, у меня почему-то здоровье падает, я не понимаю, почему. Потому что, блядь, полючий, сука! Ебаный, токсичность идет, скорее всего. Так, нулевая. Проценты и уровень, да? Ну. Ну хз тогда почему? Ну, из-за дождя, блядь. Вот еще лечусь, даже два раза начал лечиться. Не знаю, откуда меня выпирает сразу. Ну блин, реально, ну кто это писал? Сука. Сейчас будем за ноутбук браться. Насколько ж ниже надо стрелять-то? Очень низко. Я чуть не в ноги стреляю. Я вообще под них стреляю. Он за моей спиной еще. Бегай. Я не могу, что меня нашпиговали. Да стреляй, я твою мать. Я перезаряжаюсь, я не могу. Звуки включите, музыку включите, блядь. Ай, блядь, она на 10 нахуй написала эту хуйню, бля. Там специально, бля, слишком пафосно это все сделано, блядь. Если что, на камни забирайся, я на камни не достаю. Серьезно, он с парашютом? Ну да. Так, ну ладно, будут. А в прошлый раз у нас случай не сбоку обошли? За спиной какая-то еще группа заспавленная, вот. Иначе убежал. Нас, возможно, такая хуйня случилась. Окей, давай нас взлет, когда мы стреляемся. Бегу сюда.
Бля, Ваня, помоги. Лечился, вроде помогло. У тебя так две группы только есть, ребят, маски. Да, они на всем аэродроме, все две группы, это пиздец. Две группы, еще нет. Ничего там нету, да? Да тут ты заблокирован. Единственный варик, если нам тогда будет, это раньше не забраться в диску, потому что все эти нужно бежим. Да не надо никуда бежать, то есть нас. Надо было не стрелять как можно раньше. Слева тебе. Не так лево. Они уже рванули к нам у ангаров. Ты уверен, блядь? Может, их на поле стреляем? Ты слишком отдалился от меня. Отступай назад, слышь? А что там, прям много таких? Ну по полю ты вот не видишь даже. До диска 100 метров, давай, тут нажми, добежишь или 100 миллиметров. Да все есть, но просто чё, блядь, вперед-то лезть, когда как бы смысла лезть нету. Где ты рюкзак видел? Вот оно, вон, да, вижу. Я лутаюсь. Подходит. Очень много. Сзади. Хоть умирает быстро, блядь. Давай. Подожди, стой секунду мне. Там еще рюкзак, потому что тут есть какой-то инженерный пункт на клетчатом. Но это не рюкзак, это херня. Я понял. О, и что такое? Это лучше ничего. Ярочки. Нормально, у нас тут развлекало было. Как это так дизит уже? А я куда пошел? Убивался, что сказать. Дрожит. Даже слышно, что у него уже побежали. А какого? Я-то на улице остался, алло. Пока не вижу никого. Зашибись, конечно, выкинули на улице-то. Почему? Носить нам быстро идет. Через минуту две, наверное, минуту где-то подбить. Эй, алло, какие люди? Идите нахрен. Не вижу.
Я все взлет вижу, но мне тут дерево мешает. Ты смотри, этот юга. Юг. О, вижу, с юга бегу. С юга много. Подходи, где стоишь, или ты уже внутри? Да я уже внутри. И ты на самом деле сам как-то залез. Твоя правая группа. Сейчас слышу, зашел уже один. Так, двери закрыты, как они могут зайти. Он подбежал. Тем более, ты играешь в арму, блядь. Что за вопрос, блядь? Зайти они могут как угодно. Блять, Серега, иди нахуй, блять. Чай, Ваня. Все, здесь. Серега, ты сховал, что ли? Чего? Серега, ты сховал, что ли? Мне еще не нравится? Нет. Серега, это сука, мой одногруппник, блядь. А. Конечно, мне Серега Соколов так взял, блядь, позвонил на мобилку, блядь. Ему попиздить захотелось. С запада бегут, но что-то как-то не очень активно. Хоть умирают просто. Что там снова там? Там ж 98. А как ты проверял? На нем написано. У меня тут экран с полями. У меня написано. А тут просто не иногда бывает, что не работает, ну, кофе. Это шарман, блядь. Все заперено. Гетто за чопа? Гетто за чопа? Когда? Где перегибаться? Где мы? 1-4 кому? Серьезно? И на машине так и не будет, естественно.